упорная нога, прямая вышла. Да, ногу вытянули. Настоящее фигурное катание начинается именно здесь, в зале хореографии. Ласточка, пистолетик, флажок. Элементы, безупречное выполнение которых обязательно перед выходом на лед. Юные ульяновские фигуристки совершенствуют их чуть ли не ежедневно. Но необычность этого занятия в том, что оно проходит в рамках тренировочного сбора, а ведут его не ульяновские, а иногородние специалисты. Для того, чтобы развивать вид спорта в регионе и чтобы получать хорошие результаты, мы должны это делать, должны приглашать иногородних спортсменов. Дети должны видеть, как занимаются в других местах, сами себя показывать, смотреть на других. И таким вот образом мы придем к хорошим результатам. Для Ульяновской федерации фигурного катания, созданной в этом году, подобная практика тренировочных сборов совершенно незнакомая. Много нового и доселе неизведанного узнают и юные спортсменки. Их около 20, разделенных на две возрастные группы – старшие и младшие. Я узнала очень много нового, то, что как делать правильные элементы, как можно усложнить заходы на прыжки. И нам изменяет скольжение, чтобы у нас были длинные дуги, чтобы мы правильно скользили. Квалификация гостей не вызывает сомнений. В свое время эта команда, в которую кроме тренера по фигурному катанию входят наставники по хореографии и общей физической подготовке, учила спортивному мастерству фигуристов юниорской сборной России. Теперь их подопечные – два десятка юных ульяновских спортсменок. Дети очень открытые, идут на контакт хорошо, хорошо усваивают информацию. Минусы – в основном нехватка каких-то, я не знаю, базовых навыков хореографии, недотянутые колени, руки. По два занятия в зале хореографии и по две тренировки на льду. И это ежедневно на протяжении полутора недель. Вроде бы срок небольшой, но плодотворный. Отдачу от него руководители региональной федерации фигурного катания ждут уже этой осенью. В ноябре в Ульяновске планируют провести всероссийские соревнования. Михаил Сашанский, новости Управда ТВ.